хотя бы там распределите, какой шмот за ГП, какой не за ГП, потому что мы с Виби за посохи полутали ГП, хоть и 10%, а вот пирогога нихуя не залетал. Не знаю. Как-то несправедливо, мне кажется. Что вы беспокоитесь? Не надо беспокоиться за чужой приоритет. Нет, тут не то, что чужой приоритет, тут просто это как бы предвзятое отношение получается. Это не предвзятое отношение. Одним начисляю, другим я не... Ну, с чего ты это взял? Ну, просто смотри, вот Войт думает, что оружие 71-го за него там не давать, да? За 71-й шмот. Но я считаю за 71-й шмот, ну, как мое мнение. Всего нет, я за справедливо, чтобы всем одинаково все так было. Так все, заебал ныть, все, давайте дальше. Все, танки побежали. Вот здесь вот дохнем. Фоджу надо суманить. Прием. Ну, вроде бы АФК. Ну, давайте вот этого одного пока месть убьем. Это вот суманите, пожалуйста, их. Сейчас уже бить могу начать. Подходил там по домашнему. Этот, я ж не знаю, нужен ли я буду сейчас на следующем боссе затащить. Ну, учитывая то, что сейчас без манны и с таким билдом у меня ТПС мало бы. Профит не будет, если ты, конечно, на кота зайдешь. Че, мы будем трэш чистить или пройдем так? Я не знаю. Шкаф давай поставим. Давайте попробуем так пройти. На Виби СС есть. На шаманах тоже вроде. Я сейчас тоже в танк спекнусь. И в танке пойдете сразу за мной. И за остальными танками все остальные, короче. Баф дай, то хп мало нужен. Садитесь на маунтов. Давайте чек на готовность проверю и побежим. Виби готов? Виби. У нас рез на КД есть, значит, как резать будем? Сколько у тебя масс... Ага, я понял. Ну как? Ну, он шаманы встанут, разрейсует, да. Угу. Ничего страшного, давайте пробовать бежать. Побежали, танки за... Я что, не туда еще побежал? Бля. Ладно. Даже тут интересней. У нас собрали... О, какой-то... Thank you.
Кто добежал там? Лок тут? Шаман, по-моему, добежал какой-то. Тут он был реально. Ну давай, резай. Все, резай по одному. Шуманите. Вот как только лока резнем, ты сразу... Кстати, вот через яйца там поприкольнее бежать. Там мобы какой-то сон кидали. Вибис, сразу шкафчик ставь. Угу. Давайте кликаем. Кликните на шкаф. Они не умеют. Винар, ты босс, а я будем танчить, как? Смотри. Я босс. Ну ты с кем-то из нас будешь, понятно. Выбирай. Кто лучше? Не без разницы. Я могу на трэше, но анхоликом лучше на трэше. Я твой билд посмотрю. Одну сторону будем разбивать сразу, пойдем в три хила. У меня хил аспект? Да, лучше она на трэше, да, потому да. Что у тебя анхолик. Так, в смысле, анхолик же трешил, все держит. Ты Алиса нуб, что ли, я не понимаю. Ну, анхолик бебе. А, он затирает про анхоли танк. Если что, Т4 на анхолика не действует. Давайте, пошлите. Сейчас все тут, в принципе. У меня, кстати, трэш танчить не умеет. Бля, надо было просто трэш будете танчить вы все. Они... А что там уметь? Не знаю, я типа пытаюсь агрить, они не агрятся на меня вообще, им пох. Просто кидаешь обычную ротацию на трэше. Лужу кидаешь, на одного моба кидаешь болезнь, кидаешь мор. Ой, а я будто так не делаю, да. Ну а все. Потом скид. Кипание крови юзаешь. Они сам здесь ищи мед, это сич. Кипание крови юзаешь. Ну если 4 чайки сорвется, ну ничего страшного. В 3 хила будем одну сторону полностью разбивать. Что, в 3 хила будет? Да. Тут босс один, тут берса нету. Ну как, она есть, но она берса не берса. Вот. Да, мы можем ждать, пока ты его наагришь, где спелла будет хватать тебя. То есть приз ты паладин. Сейчас посмотрим, как люди научились на бомбах подбивать. Бомба там тоже ваншот? Да, тоже. Пленкой нет.
постоянно. Ну, по крайней мере, меня по зеленке не нашел. У тебя МП. У меня максимум полгибало слизь. Как же Энн зависим от медленной хорошей пушки, не представляете? Взял этот кинжал, и от него ДПС меньше, чем от ДПС от 232-го кистевого медленного. А ты чего не знал? Да, вообще, что ветер взял, но я надеялся, что как-то этим левел подтянет это все. Но просто у меня сейчас катастрофические проблемы. Там кистевухи нужны с ЦЛК, наверное. Всякие вот эти, да? Да, здесь сундуков можно выбить, но не упало. Ну вот, я к этому и шел, что сундука падает вообще отлично, 71-го. Угу. Замечательно. А лучше, конечно, топорики с меча. Ну, само собой. Это, смотрите, я считаю, что я пока нормальной пушки не выбью, мне здесь делать нечего. Давайте я на кота тогда. Давай. Да. Кота. Какие замечательные слова. Я требую саппорт. Да тебе как танку саппорт особо не нужен. Нужен. Под бомбами стоять. Да. А знаешь, почему тебя тогда ваншотнуло от бомб? Мне тогда ваншотнуло от бомб, потому что не прижалась. Нет, я ваншотнула, потому что ты словила больше от... Меня не ваншотит, когда я ловлю 3-4 алокома. Давайте вы не будете спорить, и просто будете отбегать на бомбах, и все. Кому саппорт, вообще не на кого, даю серию на ебучь ванхолика, бля. Докатились. Вот я бы сейчас обиделся на месте. Микстер. Да мне насрать. Пусть не дают, пусть себе кидают. Агрить будет лучше, может. Мне кажется, вы просто должны перестать спорить и слушать то, что он говорит Терел. Согласна, не спорьте со мной больше. Ой, ты какой-то напряженный сегодня. Войт просто меня ненавидит. Мне кажется, он всех ненавидит. Нет, меня он ненавидит, потому что когда он тачит со мной, он такой, блядь, пиздец, с кем я только танчу, ёбаный. Ничего, ласта, я потанчу. Да есть нахуй? У тебя ДД-спека нет, блядь. Давай, кому звезде обмен. У меня нет тапок, видишь, хвост, он без тапок. Так что максимум, что ты мог, это обоссать мне хвост. У тебя тапки есть, вон, короче, на начале хвоста. Мне кажется, если он тебе хвост обоссает, будет еще неприятнее. У меня вообще тапки не полные, я, блядь, босиком бегаю, нахуй, мне все ноги стерли. Чё, воет на боссе, да? При стабах будет лучше, блядь. А всё суманули сейчас, да. Луну будем убивать полностью, ромбик доводим до 200 тысяч где-то хп. Вроде все готовы, давай начинаем. Так, с какой стороны трэш походит? Че вот помните, это за говно? У нас минус хил. Луну убиваем, ромбик доводим до 100 тысяч, мобы выше. Хотите хил, сдох, давайте выйдете. Давайте выйдете, выходим вниз. Ашки, чё это за говнище? Почему ты сдох? Клиф называется. Это называется, нету тут клифа, тут саппорт ты не выпил. Я вообще говорил. Огненное дыхание. И всё. Ну, и дыхание. Если давайте сейчас не умираем, спускаемся потом. Спускаемся вниз. Блять, я не понимаю, почему...
Так почему ты не кинул обмен? В Дискорде говорят об этом. Ты что, не слушаешь совсем? Сказали же, кинуть обмен звезде. Я считаю, в этот раз еще нет. В следующий раз просто ГП за это давать будем, за то, что не слушает, да и все. Сейчас тупые вайпы будут. Одному саппорт не дали, а второму там баф не дали, истерию какую-то. Ашки, давай звезде обмен. Есть такая еще штука, аура от огня или один шаман тотем на резист. Но она стоит от огня у нас. Ашки, вопрос такой, ты усилки что не перебрасывал что ли на стамину? Я ничего не пойму. У него хп, да, не говно перебрасывал. Какое-то. Он ничего не да перебрасывал. Ну, это он ничего не перебрасывал. Портуйся в Долорант, перебрасываюсь. Ебать, блядь. Я тоже оповещение в начале рейда писал. Я не знаю, бля, для дебилов, наверное. Это очень плохо. Все дебилы перебросили, толковые люди нет. Ты, Ашки, ходил же сюда, по-моему, я не знаю, ли ты тут первый раз, что ты так невнимательно относишься. Тут же ясно сказали людям, если вы не перебросите до определенного значения выносливость усиления, то вы будете просто умирать с одного удара. Ты сдох с одного удара. Царь, ты сейчас в этом, в хиле, да? Да. Но ты холик, да, по-моему? Да. Ну, ты видишь. Царь, у тебя приоритет будет это... Диспел, я знаю. Чисто диспел на тебе. Чё там, кроме 20. Этих... Как его? Кроме яиц и трэша, что там еще? Какая-нибудь срань кидается? Бомба какая-нибудь, не? Ну, бомба. Взрывы вот огненные. Вот только что кидались, ты видел? Такие бомбочки. Понял, нет, он какую-нибудь метку кидает на кого-нибудь там. Нет. Рейндж надо держать, нет? Нет, нет, нет. А, просто да. Бить. Босс манекен. Отходишь от бомб, подходишь, бьешь. Да это я помню, я так... У меня еще вопрос. Шкаф. В какой стороны будет трэш? Пожалуйста, ответьте. Стой, смотри, луну пошел? Мы убиваем, луна на эту сторону идет, с откуда выходит, понял? Поняла? Туда. А ромбик идет на эту сторону. Ромбику мы оставляем 200 тысяч, и оттуда весь трэш идет. Ты че, Лан, смотри, только звездопад не дай, когда она еще трэш не нагревает, все там. А когда нагревает... Да мы трэш убиваться не будем вообще, будем ждать, пока она нагревает. Шкафчик поставь в вибе. Ашки тут, по-моему, или я ошибаюсь? Вот он стоит, Ашки. Я же вижу, вот он стоит. Лимит поставил на него. 29к хп. Теперь другое дело. Если бы Виби еще вызвал демона, было бы 30, было бы проще. Беса. Вместо этого ненужного дровосека. Царь, ты тут? Нет. Ты можешь... Все, вызвать? Все тут, давай, поехали. Поехали, бьем. От бомб подходим. Не забываем, забор взрывается, тоже АОЕ дает. И это, милики, рассоситесь по это, по лапам, по разным. Чтобы не ловили лишний дамаг. Мобы вышли, давайте заливаем. Пирогога, в чем проблема? Пирогога, ты очень невнимательный. Не надо ресать. Агри почти не трэш. АОЕ у взрыва, по-моему, или 6, 4 или 8 метров.
4 метра. 4, может, маленькие. Смотри, Виби, захиливайте Виби сейчас. Осторожней с ОЕ дамагом. Моба добиваем. Дайте сальву. Череп добивайте быстрее. Все, трэш льем. Ашки хуёво. Ашки Берни. Сразу баф по нему дайте. Трэш, мобы вышли следующие, давайте. Дракончиков доливайте. Также самым всю сторону бьем. Босса, босса бейте, не бейте этих мобов. Алиса, готовься, лови. Тут с одной стороны яйца, а? Да, да, мы одну сторону уже слили. На бомбах. Замик с туркой, все ближе станьте. Лови там еще будет. Дайте и нагреть, бейте босса по танке. Да, выстрели. Ашки помогает диспелить с ДК, если что. Все, все мобы вылезли, я потихоньку начинаю бить. Потом вы присоединяйтесь. Бьем трэш и убиваем босса. Алису лучше хилить. Крылья отдал. Вот и накидывает. Надо будет с твоим спеком поразобраться как-нибудь. Херовые какие. Все, бьем босса. Фаза берсима. Не надо смеяться, давайте выйдем. Ничего смешного я тут не вижу. Второй раз такая фигня. Чё, плакать, что? Ну, я не знаю, что тут. Тотемы убираем. Шаман, нажми на тотемы. Тебе притянет. Босс убивает тотемы, говорит, вот тебе и конец. Не дурачок ли? Вот теперь можно посмеяться. Мак, теперь ты не должен совершить такую же ошибку. Mm.
забагал, потому что мы видели сам босс, а тот дракончик, который летал возле него. Я не знаю, босс был мимо. Но у него было фул хп. Он побежал и... Ну, много раз было мимо, когда он бегал туда-сюда. У меня много скиллов промазало. Я пытался убить этого последнего дракончика, и по нему тоже... Бафы кидать, ману кушайте и давайте бьем. Стаминку бахни, пироги. Ой. Чикнул. Поехали. Моб вылезли, давайте моба пьем. Все дракончики выбиты. Давайте сейчас моба убьем. Череп поставил, череп убиваем. Захил шамана. Трэш сливать и все, давайте бьем. Алиса, подготовься ловить. Вот, ты следи за боссом, если вейд будет, сразу переводи его, пытайся отбегать в сторону куда-то. Чё вы там, на ком сейчас? Джанулай. Это последний дракон? Да, да.
А не вон еще. Там еще вылупится. Еще есть он. Еще будет. Это вам примерно еще час где-то. Если все хорошо пойдет. Бейте пока босса, пусть она нагрит, хорошо. Просто не хочу пропустить Зулджина, а надо отойти, насколько это у нас. Давайте трэш потихоньку бьем. Все, бейте босса, это манекен. Да не, не надо, Геру. Будем потом откат ждать. Будет, но надо будет смотреть, что-то думать с миликами. Надо больше миликов на улучшение. Ну тут хватает. Ну чё, получается. А, 3ДК это трое бомжей. Отлично. 3 милика, ты, Мосса, Нар. И 3 РДД. Ну, стабильный рейд. Главное, чтобы там никто не дох. Единственное, что у меня Т4 нет. Это плохо. Я знаю одну тактику. Там от эрдру зависит много. Да и тут классы такие, знаешь, тут только лок может сдохнуть. Надо его просто захотать без хорошенько. У него камень есть, чуть можно там. Там только Ашки может кинуть гланд жертвенности на лока. На себя божественную защиту. Я про вихри. Да, они от нас полетят. Ну в углу маг в глыбу прыгнет, по идее. Должен будет сразу ответить. Там глыба это ничего не решает. Вон по людям будет все равно проходить. Смотри, ачива какая-то. Бомба. Давайте ЕП за ачиву. Ашки, надо было мне с Грула или с Магика забрать щит на шамана. Видишь, тебе упал. Не знаю, у микстурки этой ачивы нету, значит никакого ЕП. Есть. Но меня нету, а блин, тоже есть. Так, я не понимаю, щит от бомб надо? Кому надо щит этот? Ну так... А, шаман. Где он вернул? Так. Там спрашивает этот, кто он, бабл за хпала, надо ему, надо нам хпал, нет. Пока неизвестно, если ты в диси. Сука, иди в жопу. Заебал. На винат спекайся в ДД тогда. Не могу сменить этот, блядь, язык. Ты в диси поставь плюсик.
язык не могу вспомнить. Сам иди в жопу. Не меняется язык, видишь, пишется говно какое-то. Так, пирогога. Так, тапки говорят бисовые, да. Даю за ГП. Ну лучше только с ХМ. Да, потому что такие же с тухлого падают, они всем бисовые. Слушай, Войт, а вот допустим, если у человека есть эти 100 с 25 хм, это будет минор апгрейд, можно будет нажимать, или только за майнспект? Я не знаю. Ну, потому что они идентичны практически. Ну, это сложный вопрос. Мы обсудим его на собрании гильдии. Как-нибудь. Я не знаю, сейчас не хочу это обсуждать. Давай, Войт, агри. А я прошу прощения, у... Ну да, ровно такие же, прям вот тот, что... Подождите, у этого, у... Что вы со щитом делали? У шамана же такой же самый щит. Что не отдать паладину, у него 45. Я не знаю, паладин что-то накидал, но... Пускай передал. Агро! Ну, Алиса, наверное, покажет. Ты тут, Алиса? Ну, мне, наверное, сказали в ДД-спек. Она в ДД-спек, может, зачем тут для двух мобов? А чё я... Я понял. Я думал, она в танке. Два моба, я только сказал ей в ДД-спек. Короче, значит, не отвлекайте меня глупыми вопросами про всякую фигню там. И то я нажимаю кнопку, чтобы говорить, и нажимаю кнопку. Не знаю насчет этих тапок. Не, мне в принципе похуй, у меня вообще геровские стали. Но все-таки. За фул ГП будут геровские получать. Все, такой ответ устроит. Охуенно. Что нервный, не нервный, блин, ты какой-то нервный сегодня, пиздец. Ну бейте, пожалуйста. Бейте одного, а? Дай метку. Я метку поставил, бейте череп. Я пока здесь посмотрю, кто тут из мобов стоит. А там тоже разные появляются или что? Да, да, да. Ну, нежить там нет. Там, по-моему, какие-то постоянные есть. Ну, по-моему, там всегда турк есть. Что этот лорд делает? Кто? По-моему, там ничего не делает. Ну вот... Чучулан законтролит этого квадрат. Лок, крестик. Я вот не помню, что лорд делает. В смысле? Лок может его, по-моему, приручить? Вот этого беса, а элементали? Нет, нет, нет. Так, за кого так, ты спрашиваешь? Так, а разве он может в изгнании кинуть этого беса? Вот этот... Может только дракон. Элементаля зелёный. Дракона. А тогда элементаля будешь виби в изгнании, а крестик... Изгнание злопал. Паладин вроде демона нежить, он может херять. Да. Крестик кидает в изгнание Ашки. Луну контролит кто? Лок. Квадрат контролит да. Кто? Спящий. Друид. Кто? Животное. Какой друид? Чулан? У друида успокоение животных. Любой да, друид. Моса контролит вот этого треугольник. Дракон, посмотри. А это дракон он не может вроде. А ты линкани... Дракона вроде... Да я не вижу его нигде в этом путеводителе. Линкани...
способность друида Мосса, спячка есть и... Могу! Работает на животных и дракондрах, вот. У них там вроде. Ты линкани этим нубам, чтобы они прочитали это все сами. В рейд линкани, чтобы они увидели, что можешь. Хорош. Читайте. Все, завелся, завел. Вот, на... а также драконов и их родичей. Ну вы же должны знать об этом. Че там метки какие-то, где я вожу там, появляется лужа, это вожу, да? Босс кливает, нет? Нет, босс не кливает. Мы до кашники лужи кидать не будем, чтобы ты лучше это все увидел. Но я буду говорить, с кого взял. Он, короче, это понял, с кого забрал. Ну и вводишь его. Крест, кружок, треугольник. Только не забывайте контроль. Получается, да, все 4 моба в контроле, правильно я понимаю? Да, по идее, да, вроде я. Но, так понял. А как мы это сделаем? Грамотно? Или как-то я спулю босса, и все мобы прибегут ко мне, и вы тогда только будете контролить? Как вы хотите это сделать? У вас хватает ренджи примерно отсюда начать? Ты должен контроль? Сначала спулить, а только потом они контролируют. Они с того места, где они. Смотрите, стоят. Можете стоять вот тут, где микстура сейчас. Да, вот стойте, где звезда, и как только я нажму кэшку на босса, вы уже начнете контролировать. Дай отсчет. Проще ну, давай, будет. Я дам отсчет, я все. У меня вот ренджа. Давайте стоит. Готовность. Сапроты пропивайте сразу еще раз. Кому нужны сапроты? По-моему, еще не откатились. Еще 30 минут сопротивления. Еще не откатились. Давайте, даю отсчет. Начинаем. По атаке кинул кошку. Контроли, контроли. Чуть отводи босса. Начинаем бить. Уже не откидывать ничего. О, нет, нет, он ничего не откидывает. Главное контроль обновляйте, если это что-то. Геру давайте. Три хила должны похиливать. Хила лучше хильте. Чуть-чуть чулана бьем. Контроль. Что другие дают? Да ничего такого. Корни там на себя. Контроль. Трусы контролем. Не пробуйте контроль, обновляйте. Кто там трусы? Фигнемся лучше. С микстурки лужу смотрим. Каш на лужу видите, сразу съебываете. С двух тиков убьет. Лужа я смог. Отведи чуть босса. От квадрата чуть отведи. Чуть-чуть от квадрата, чтобы законтролил. Шамана забрал, смотрите, тотем. Тотем надо сливать сразу. Он может его на стол скинуть. На колонну, в смысле. Похилиться это фигня. Царя обезьян. Царь, старайся. На чуть-чуть отвлечь. Сюда примерно, где звезда, чтобы дальше ты. Вот. Старайся, царь, в первую пати заходить обновление. Я по КД.
восстановление. А потом молитву юзаешь, да? Ну ты видишь, что они не просаживаются? Сразу здесь лучше шаман цепухи там. Вот цепухи пошли. Сильнее. Контроль. А шамана забрал. Молитву от тьмы обнови. То есть добавься. Ну, слишком большой дамаг сейчас будет проходить, но очень мало ДПС. Ва, я не знаю, справятся они или нет. Все нормально. Ну, уведите, я не могу вечно спячку жать. Че, босса отпустил? Сейчас. Контроль мобов. Трусы, луна. С микстурки забрал, смотрите. Вставал курс. Кстати, на институт. Не хватает у нас. Да, мне кажется, ДПС не хватит. Просто не сможете прохиливать скоро. Квадратик, контроль. Я не могу его контролить, я 2 минуты стою, спячку кидаю, ёбаный в рот, это постоянно сбивает, я не могу это делать по КД. От лужи отходим, паладин. Выходи в лодь, тоже. Паладина, я же сказал. Я ничего не слышу, я не знаю, кто что говорит, просто видит, не слышу. Чуван, резай его. Да, давай тогда думать за что-то с ДПСом, чтобы думать не было. Что-то. Ну да. Давайте падайте тогда. Чё думать, я 2 минуты стою, спячку кидаю просто по КД, потому что сбивают контроль. Какой с меня ДПС, блядь, за 2 минуты? Ноль. Кто сбивает, ты видел? Я пытаюсь босса бить и контролить, не видел. Постоянно какая-то уеха к нему прилетает, мифическая. Скорее всего, это от Т4 ДКшникам. Ну или тогда Т4. Я не про доты говорю, а про всякие шиемы, вот эта вот срань, которая летит, вот от шипы, от всех остальных. Я смотрел, лока. Мои Т4 все мобы били босса. То есть, может, это еще черви били. От шипы тут не может ни в коем случае, как потому твой что... Как моб называется, чулан? Как он называется? Какой там был? Червь этот скользь, да? Здравствуйте, нате, смотрите, ёпта. Урон по скользи. По скользи. 37 тысяч. Ну, значит, получается, мои это мобы. Кто-то мой юсает! У меня ДПС 7 тысяч, а должен быть под десятку. Чё? Что от меня хотите? Любви и ласки. Надо... Наверное, 2 хила здесь пробовать. Они не выхилят. Ну. И да. Мне в ШП нельзя, или тут он какой-то скилл. Да, вон тут шо... контролит он, если в ШП прыгнуть. Значит, если выберет ШП, кинет в контроль 5 или сколько человек в контроле будет. Вообще тогда никак не убьем его. Ну, то, что ты выхилишь, это до пизды нам нужен. ДД. Не знаю, про что ты пишешь. Вы в девятером хотите? Что в девятером? Хуй пойми, непонятно нихуя. Еще мастера перетянем, блядь, доебывать его будем. А почему не крутится, дискорд не прикручивается? Ебаный в рот. Я вот не понимаю.
Ну вот, кстати, мы спекнули Алису. Мастер, ты тут? Не... Потому что у нее червь. Мастер, ты тут? Прием, прием, раз, два, три. Доту по-любому играет. А я за этих червей говорил давно еще, что они апают ДПС только на соло-таргете. А это единицы боссов. А на остальных они просто на трэше агрят все подряд, на этом контроле выбивают. Я контролил первую минуту, я спокойно бил. Старфол даже давал, нормально все было. А вот потом жопа началась, я тупо стоял контроль. Как вариант, микстурка на Мара пойдет, потом Винар в танка спекнется, а Войт на Вара. Тогда не будет никто контролировать. Ты че, курился что-то? Блять, а Винар сейчас будет с этими ебаными червями контроль сбивать. И бейте и спек, да и все. Куда спек перебить, если у меня Т4, вот эти бомжи апают силу мне на 2%, один бомж. Я ей говорю перебить, чтоб червей не было. А можно... Ну не будет червей. Не будет червей у Алисы, но там три человека, которые выбивают. Наверное, мах какой-то бомбой. Пирогов живой бомбой сбивает. А я вот хочу поинтересоваться, если вот я черев, да, если я вот сюда босса подведу, что он цивейдится? Вроде не совейдится, но, короче, если далеко босса уводить, они будут автоматически из контроля выходить. Да, у нас такое было. Ёбаный рот, блядь, это... Да, все тяжело. А что, блядь, там черви эти, их прожимать надо или что, они вылазят сами по себе? Нет, что-то? Они автоматически открита, вылазят. Вроде там, или какая-то вероятность открита. А нахуя они бьют мобов? Они рандомно на вражеские цели, короче, перепрыгивают. Они могут босса бить, могут бить, блядь, мобов, которые в контроле. Пиздец, блядь. Короче, мне похуй, кто там вышел с контроля. Вышел с контроля, не обновляйте нахуй контроль. Все, и ебитесь как хотите, блядь. Но нужно решать что-то со спеком. Нужно кого-то в ДД спекать. Вот они, короче. Шаман, у тебя ДД спек какой? Говнище. Ашки, у тебя ДД спек есть? Сучий пот. Ну, видишь, вдвоем не факт, что они выхиляют еще. Сейчас подожди. Мы кого-то возьмем. Вот, турбо. Сейчас здесь зайдет. Так, во-первых. Во-первых, надо... Так, накинуть ВП. За 4 сундука. Сука. Не то нахуй. Масса. Турбо с пати вышел, дай ему плюс 400 отдельно. Трех мобов убивает. А че, он не пойдет, что ли, или че? Казал, 4 моба сольет и подойдет. Блять, ну как подойдет, так дам. Смотри, мне как бы насрать, я могу и за мага зайти на этом боссе. Могу и на следующем. Так, ну у нас все равно 2 ДК. Ты из-за того, что типа вероятность лужи будет меньше, что ли, или что? Да не лужи, вот. Они у меня уешь и задевает их. Т4 при крите
удара плети у меня вызывается, когда я крит даю, вызывается так не бьем. Поэтому. И давать 4к ДПСа или 5к от силы. Так же самое, не критуй ты, не давай червей. Вот я вот тебе так буду говорить, то же самое. Ты, по крайней мере, у себя можешь спек поменять, я себе шмот менять не могу. Ты заходи пока. Сейчас... За мага? Да. Так, мне идти перебивать билд? Да хуй знает, посмотрите таланты, что там, кто за БДК ДД знает. Чё это? А я, блядь, червей уберу и что-нибудь другое кину. И всё, да. Ну, вот ты смотрите, что там кинуть можно, кто там специалист. Сейчас я скажу. Черви эти боссы, они, по-моему, ничего не дамажат. Ну-ка, посмотрим рекаунт. Чё они там не дамажат? Ну, можно мертвящий ЛП, конечно, вкачать. Я не знаю, блядь. Где они в рекаунте? Я не вижу. Где черви? Покажите мне. Да ну, где ты их в рекаунте увидишь? Вон они, ёпта, блядь. Вот он, талант. Да нахуй мне талант. Сколько они дамажат? У нее я не вижу озноба. Да причем сколько они дамажат? Мы в прошлый раз с ней ходили, ее черви сбивали контроль. Так. Кровавый червь. 1,2% урон. Где это, блядь? Не вижу никого. Ну это в пашкате. Сколько в цифрах? 10 тысяч, 20 тысяч, сколько там? 34 тысячи. Да. Сколько? 4 тысячи. 34. Так выкинь нахуй этот талант ненужный и вкачай что-то новое. Вон, вот это можно вкачать. Да я про это и говорю. Либо вот это. Вот, ё-моё. Прежде а, чем... бля, сука, можно броню ДПС еще апнуть, ёбаный. Какая все, броня? Ты что, обкурилась, что ли? У него от брони увеличивается ап, по-моему. И что? Ну, я просто говорю, вон, линканул талант. Вкачивает его, увеличивает себе броню и увеличивает тем самым ап. Знает БДК такую хуйню. Первая ветка Войд не тормози, там вторая строчка, по-моему, в талантах. Да я знаю, что в талантах, но что, талантов лучше нету, что ли? Это на максимум нет, не больше нет, я так понял. Ладно, давайте сумоньте. ЛПшка что, не бьют, что ли? Вон ЛПшка. ЛПшка у меня меньше всего урона наносит. Сразу видно, Войд ДД БДК игра. Ну, хули. Не вкачивай, что, это будет лучше, чем твои обоссанные черви. Ну, черви не такие обоссанные. Кого там 34 тысячи за 10 минут боя, блядь? Как это не обоссанные? Они обоссанные. Ничего не делают. Ну, знаешь, здесь они не дамажат. Так-то они... На его, допустим, они очень много. Где-то 9% ДПС они давали. Какой-нибудь Т5 там, может, подвезут. Чё там, давайте, может быть, шкаф поставим. Давайте, а то 10 минут осталось, я при сапрот. Выпить ещё. Так, турбо вместо пирогоги. Пирогога в Доваран. Не знаю насчет ласта. Посмотрим. Ну я на замену прыгну, если что. А ты с чего бы прыгнешь? Ты там будешь массовым рассеиванием использовать. А, да, бля, я один приз точно забыл. А мы кому сегодня делаем? Машки, да? И пироги. А, пирогога делал уже вроде. Мам, пришел сумон? Турбо и Алиса. Да, сейчас минут. Давайте быстрее. Таланты можно докидать и здесь, если что. Да, блять, я просто случайно червей кинула, я ебла. Червей кинула опять? Да, ебать. Ты что, с ума сошла, что ли? Да, просто по привычке, нахуй.